Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим рыбный суп со сливками. Для приготовления нам потребуется 500 грамм картофеля, я взяла 4 небольших клубня, 1 морковка весом 100 грамм, 100 грамм лука, 150 грамм помидор. Рыбу я взяла красную, в принципе подойдет любая, 400 грамм. Сливки 500 миллилитров, подсолнечное масло, соль, литр воды горячей и смесь перцев. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем режим жарко. Жду 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Крышку мультиварки лучше закрыть. Итак, прошло 2 минуты. Отправляем обжариваться все вместе. Мелко порезанный лук. Сразу туда добавляем натертую на крупной терке морковь и некрупно порезанные помидоры. Крышку мультиварки можно закрыть и периодически перемешивать. Прошло 10 минут, отключаем режим жарко, добавляем картофель, добавляем кусочки рыбы. Я просто на более мелкие кусочки порезала, но с кожурой. Добавляем 1 литр горячей воды. Соль добавляем по вкусу, я добавляю неполную столовую ложку. Добавляем немного смеси перцев или черный молотый перец. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме суп. Вид продукта рыба, 45 минут. Итак, время истекло. Теперь в эту смесь добавляем кипяченые сливки. Прямо пока они горячие. Все хорошо перемешиваем. И суп готов. Смотрите, какой густой, наваристый он получился. Для аромата добавляем свежую зелень и подаем на стол. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!